Сочи благоустроенных пляжей стало больше. Три новых обустроили в Лазаревском районе. В потемке Уч-Дыре, Аше и Горный воздух. На всем побережье у 198 пляжей есть хозяева в лице арендаторов, которые будут работать только в том случае, если выполнят все требования. И в первую очередь ставят задачу заместителей главы города. Отдых на воде должен быть безопасным. В 20:00 заканчивают работать у нас пляжи. Соответственно, прошу усилить после 20:00 натянуть ленты на пляже, для того, чтобы было написано и видно, что на пляж доступ запрещен. Соответственно, еще раз повторю, охрана должна находиться в постоянном режиме. С частными охранными предприятиями договоры обязательны, как и обязательные сейфовые ячейки, чтобы раз и навсегда решить проблему кражи сотовых телефонов. В списке обязательных условий наличие пляжного оборудования, спасательные лодки, буйков, ограждения мусорных урн, туалета. К 1 июня все пляжные территории, которые были отсыпаны или пострадали от штормов, должны быть выровнены. И новое требование от налоговой инспекции – обязательное использование кассовых аппаратов. Обязательное наличие кассового аппарата при проведении любых кассовых операций, связанных с выдачей лежаков, либо продажей прохладительных напитков, либо выдачей скутеров для проката. Любая операция на пляжной территории должна сопровождаться выдачей кассового чека. У некоторых пляжей появились новые арендаторы, прежние не соблюдали требований, с ними власти решили расторгнуть договор. Традиционно соглашение подписывают на год или на 5 лет. Кто будет работать у моря в этом году, станет известно 1 июня. В этот день пройдет окончательная проверка готовности мест отдыха. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.